будет два холостяка. Я знала, что он будет, Это победа. А вот обратите внимание на маленький обезьянник. Они все пришли к одному мужчине, они все были им довольны. И как только они осознали, что будет еще одна доминантная особь, которая может претендовать на мою писечку, автоматически просыпается что? Возможность найти в этом ресурс. И как реагируют эти вот три персоны? Как там у нас? Это Юлия, Яна и вот эту девочку не помню. Они инкорпорированы уже в Александра, и они там находят целостность, ресурс в нем. То есть им это нравится, они там в кайфе находятся. Вот про что идет речь. Появляются димашники у нас. Вашего позволения, прекрасные дамы. Видите, такой сдержанный очень типаж. Вашего позволения, прекрасные дамы, я. О чем говорит нам? О том, что он зажат, внутри имеет вот психосоматику эту, сдавленности. Психосоматика, она будет, знаете, в чем выражаться? В постоянном желании быть идеальным. То есть он очень сильно боится быть не прекрасным, не идеальным, не хорошим. И его, скорее всего, на протяжении жизни все это гонит. Поэтому желание вот всегда выглядеть с иголочки, всегда все правильно, всегда все идеально. Такой неадекватно взросленный перфекционизм, который будет человеку мешать на протяжении жизни. То есть когда будет что-то выходить не так, как ему хотелось бы, не в том формате, не в том ключе, который бы он хотел внутри себя проживать, его это будет очень сильно фрустрировать и погружать в состояние дискомфорта, потому что он должен быть всегда идеальным, и нельзя ошибаться в этой сфере, в этой сфере, в этой сфере. Но так не бывает в этом мире, но ему очень сильно будет хотеться. Естественно, он будет это компенсировать через внутреннюю себя не чувствует целостным до конца. И поэтому необходимо компенсировать через внешние маркеры в лице костюма, с иголочки, будьте здрасте, форма, фигура и прочее, прочее, прочее. Сейчас отправил на учебу, на школу-интернат, и... Наверное, это решение, за которое ему благодарен больше всего, потому что это сформировало меня как человека. Видите, это тоже такой момент, очень такой момент, хорошо иллюстрирующий его внутренний мир. То есть он себя чувствует таким вот юнцом в этой красной футболке, в этой шапке. И ему очень-очень-очень страшно опять там оказаться. Ну, хотя у него такой маленькие глаза, брови у нас немножко в... изломе, контролирующий тип, верхняя доминанта, скорее всего, это приятное явление, не эгоистичная персона будет и особо. Но внутри он остался этим типом, он, нельзя поменяться, изменив свой имидж в одежде. Это ничего не характеризует. Волосы, прическа, взгляд, ничего это не поменяет. Надо меняться через психотерапевтическое состояние, то есть меняет свой внутренний мир, меняет свое отношение к самому себе, потому что мы лишь верим в то, что мы никчемные, а реальных фактов этого вообще нет. То есть весь мой русский язык, он либо разговорный, либо я специально читаю книги, чтобы просто поддерживать грамматику. То есть поэтому... Видите, то есть его жизнь – это создание идеального образа. Создание идеального образа. Вот про что я говорил, то есть очень тяжело и очень страшно получить факап в жизни, потому что это очень болезненное явление. Ну, встать, заморочиться, сесть, занять позу и сфоткайте меня при этом. Ну, понятно, что это будет напыщенное явление. Ты же в туалете не фоткаешься, сидя аккуратно и околокультурно. Поэтому и это забирает невероятный психический ресурс у человека. Причем, что интересно, свою диссертацию по психологии написал на тему психологии любви. Психология любви. Мне очень интересно, что такое психология любви, как ее можно оцифровать и в каком виде она представлена. Потому что психология любви выражена в биохимии, да, психология любви. В контексте эмоционально-чувственной сферы это очень-очень-очень много вопросов возникает у меня. За всю свою жизнь из всех людей, кого я видел, наверное, самая идеальная пара, которую я знаю, это... Мои родители, мама и папа, естественно. Отец и моя мама. Они познакомились с мамой, когда отцу было 19 лет. Смотрите, какие они живые, да, какая их семья живая, какая она отстроенная, какая она действительно счастливая. И какой Димаш хочет быть идеальным, правильным, фактурным. Видите, вот как будто проглотил шпагу. То есть все расслабленные, все в состоянии, папа подан вперед, брат младший стоит тоже расслабленный, мама держит осанку, но она живая в этом. И Димаш, привет всем. Уже 27. Вот то же самое здесь, видите, напряжение, ну как будто он обособлен от этого, как будто это не его мир, как будто это не его конструкция. Нет, что родители... Здесь то же самое, видите, насколько они, даже вот как они здесь сидят и как сильно... Как будто это, ну реально, не мой мир, как будто я отщеплен, как будто я отделен. Какая неживая мимика у него, и насколько они расслаблены, естественно, в своем проявлении.
Ну, малой тоже немножко поджат. Я просто чуть ли не патологически верный человек. Да, человек, который говорит, я чуть ли не патологически верный человек. О чем это заявляет? Ультра неверный. Ультра не понимает, что это такое. Да безобразие не понимает, что это такое. Почему? Потому что когда ты что-то в себе содержишь, ты это не озвучиваешь, ты это не заявляешь об этом. Представьте, приходит Джо Роган или, не знаю, Тайсон Фьюри приходит и говорит, я самый пиздатый боксер в этом мире, я самый заряженный боксер в этом мире. Приходит Анджелина Джоли и говорит, я самая сексуальная женщина в этом мире. Меня хотят все мужчины. Это и так понятно. Бля, ребят, у меня ноготь отлетает. Смотрите, это такое жесть, блин, на самом деле. Так неприятно, блин. Так неприятно. Так неприятно. Вообще жесть просто. Понятна здесь конструкция? Понятна вам здесь конструкция, либо нет? Когда что-то нуждается в огласке, оно это в себе не содержит. Оно натягивает и хочет этому сильно соответствовать, но внутри себя этого не содержит. Я считаю то, что любимой женщине может простить буквально все. Все. С таким пониманием и мышлением далеко ты свои отношения не построишь. Буквально все, кроме предательства и измены. Вот у меня возникает вопрос. А предательство и измена происходит по щелчку пальцев, либо это закономерный процесс, который прогремел на первой вашей встрече? Но ты из-за того, что окрылен, воодушевлен, не замечаешь очевидных вещей, не веришь в реальность того, что эта женщина непригодна будет для отношений. Ты не сможешь с ней ничего построить. Но очень сильно хочется пребывать в иллюзии, очень сильно хочется пребывать в астралах эмоциональных, очень сильно хочется пребывать в диссертациях про любовь, и поэтому ты не способен будешь увидеть там невозможность построить семью. Просто когда нету вот этих вот эмоций, нету чувства любви, то очень сложно полностью отдаться отношениям. Да, здесь человек говорит нам, когда нету эмоций, нету любви, очень сложно полностью отдаться отношениям. Но как ты оцифровываешь эту составляющую? Что ты в отношениях ищешь? Возможно, человек является просто кайфажором, и ему приятно, классно и круто, получать желаемое. Ему нравится только получать и хавать эмоции, больше его ничему не нужно. У него нет желания делать счастливым человека, у него нет желания строить что-то в своей жизни, у него есть желание кайфажорить, то есть с иглы дофамина на иглу кортизола пересаживаться, раскачивать себя эмоционально и в этом чувствовать какую-то большую радость и большое наслаждение. Сидели там я, Яна и Соня, мы как-то... Чувство вкуса, да? Насколько сильно решает в этой жизни? Соня, ну точно не будет... Ну, Сонечка, ну родная моя, ну купальник, ну что ты делаешь с собой? Ну и смотрите на этих двух тигриц. Понятно, что это будьте здрасте, и они будут точно в топе. Здесь слишком вычурено, слишком демонстративно, слишком. Ну, Соня... И это все в комплексе все равно собирательный образ, все равно это в комплексе все говорит что-то о человеке, все равно это мета-сообщает что-то нам. И понятно, что надо рассчитывать на то, что вы внутри себя содержите и что для вас является приемлемым, классным и значимым. И тут такая интересная позиция, что кто по-настоящему в Сашу был уже инкорпорирован, тот не отреагировал эмоционально. И сейчас мы увидим, что по-настоящему люди вообще думают насчет всех этих взаимоотношений. На самом-то деле. Вот теперь посмотрите искренность женщин, которые говорили, что какой он прекрасный, какой он хороший, и что он внутри себя содержит, наш Александр, и как это лицемерие сейчас показано на весь мир просто. Сразу меня как магнитом притянул, и... Сразу моя созависимость стрельнула. То есть, когда человек говорит про магнит, это, скорее всего, травмы свистят. Свистят, как не знаю что. И я очень прям полюбила народ казахов, они очень щедрые, они очень классные. Мужчины, огонь! Вы это потом ставите, да? Ой, кошмар. Видите, психолог, который не проработал чувство стыда. Ну, чего ты стыдишься? Тебе понравилось, чтобы те мужики подкатывали. Подкатывали к тебе свои яйца. Возможно, у тебя был секс бурный с казахом. Почему этого стесняться? Что здесь такого? Ну, заявила ты об этом и заявила. Все занимаются сексом, всем нравится. Ты колоритная женщина. Большая грудь, хорошие бедра, здоровое лицо, здоровый тон кожи. Я просто люблю казахов, короче. Да. Какой естественный. Смех. Ну, о чем это говорит? Человек боится... своих чувств, боится своих эмоций, боится их выражать, боится их проявлять, поэтому необходимо вести себя как, ну, дурочка инфантильная.
Не в плане того, что она плохая, а факт ее поведения. Те, кто думает, что я раздаю оценки, да, блядь, вы правы. Те люди, которые говорят, что они беспристрастны, пускай они придумают другую историю и сказку. Я не знаю, чем это закончится. А почему костер черный? Он такой тоже? Ты, если встанешь сюда, он, по крайней мере, на тебя не будет. Да, это очень тяжело додуматься до этих вещей, потому что, как бы, это же реально нужно иметь лимбическую систему, которая будет ориентировать тебя в пространстве и скоординировать твои движения, а это трудные вещи, трудные явления. Почему костер черный? Потому что есть там некие, наверное, металлы, какие-то вещества, элементы, которые испаряются при горении и окислении. Ну, я не могла сфокусироваться на том, что нужно что-то приготовить, поэтому я просто сидела на пеньке, мило наблюдала и ждала, когда мы будем обедать. Нормальный движ. Мне нравится, когда мужчина готовит. Конечно, блядь, почему нет? Нравится. Мне не нравится, когда мужчина делает все, а я просто сижу и наблюдаю, созерцаю прекрасный мир. Это приятная жизнь. Почему нет? Собственно, я считаю, что все на костре должен делать мужчина. Это не должен. Нет, именно так я считаю, но вот эта конструкция речевая «должен», я так боюсь и пугаюсь своих мыслей, что я буду забирать у себя эту фразу, и мы живем в обществе, где никто ничего никому не должен, но как бы должен, и мы это прекрасно понимаем. Интересно узнавать его, потому что он постепенно раскрывается. Ты любишь креветки и вообще морепродукты? Нет, я буду есть, сидеть и давиться этим. Ну, понимаете, вот... Надо же немножко думать головой, и что внутри себя вы содержите. Ну зачем такой вопрос задавать в целом? Когда ветер дует. Да, он тоже осознал тупизм вопроса, потому что говорит, ну, блядь, если мы их есть сейчас будем. Нет, наверное, я не люблю. И он говорит, я люблю, когда ветер дует. Наверное, не всех девчонок. Мне за это не было как-то стыдно, что ли, перед Мариной. Потому что она, ну, как понимающе к этому, наверное, относилась. Поэтому мы бахнем алкахи для того, чтобы уйти из своего состояния настоящего, внутреннего, в какое-нибудь иллюзорное состояние восприятия этой жизни, где мы будем пребывать в интересном мире друг для друга. И в этом мире алкоголя мы друг для друга по-новому раскроемся и сможем скинуть свои психзащиты и реакции, подраскрыться, а возможно пососаться, либо подержать друг для дружку за ручки. Он очень расстроился, я тоже расстроилась, потому что была очень сильная жара. Да, естественно, это очень тяжело взять, раздеться, покупаться в белье, потому что мы закомплексованные дети, которые не могут себе этого сделать. Ну, ребята, ну взрослые люди, почему вы не можете позволить себе покупаться в нижнем белье? Это что, что-то ужасное, страшное, противоречивое, невозможное? Детский сад, ну... Слышите? Ох, как я люблю этот звук. Вот вы вдумайтесь в эту позицию, что алкоголик некий получается. Как я люблю этот звук. Чем пролоббирован этот интерес? Чем пролоббирован? Социально-культурным наследием, эгрегором наследия СНГ, СССР. Как я люблю травить свой организм алкахой, разрушать свой гиппокамп, разрушать свои нейроны, аксоны, дендриты, нейронные соединения. Гляльные клетки. Зачем мне это нужно? Мозг мой к 50 годам перестанет мне быть нужным, поэтому я не буду им пользоваться даже. Я думаю, что мы еще с ним должны поплавать, потому что он забыл. Видите, здесь она уже не извиняется. Должны. Давай за то, чтобы мы меньше совершали ошибок. Брали купальник всегда, когда это нужно. Ну слушай, зато мы теперь точно пойдем вместе плавать. Обратите внимание, коннекта вообще между ними нету. Абсолютно нету вайпа, интереса. Животной страсти нету, телесного вовлечения нету, эмоциональности нету. То есть, в целом, поедет дама домой, я отвечаю. Мы показали его. Бутылку всадили, нормально делают, да? Сделали полторы, бля, всадили. Соколики, а? Алкоголь наше все. Конечно, затупил. Мне нужно было сказать, примешь ли ты эту розу, дать ей время подумать, дать ей вообще право выбора. Нет, это идиотизм тупорылый. Блядь, они приехали на проект для того, чтобы бороться за тебя. Вот эта фамильярность напыщенная, вот это просто, понимаете, социальные эти игры, такой бред тупой. Естественно, я вам, ни одна женщина на протяжении всего проекта не откажется. Внимание, вопрос, зачем такой вопрос задавать? Ну, просто социальный конструкт, придать значимости. Создать иллюзию выбора. Показать, что мы тоже уважаемые, не на помойке себя нашли. Я этого не сделал. Но я ее приняла. Что-то такое между нами произошло. Вот, хотелось остаться с... Да, когда курица убегает от петуха, она должна думать только об одном. Они убегают слишком быстро. Марина, думай об этом. Вы просили то, что я присел, обычно неприлично, когда кто-то из девушек стоит. Ну и что за бред? Что, блядь, значит неприлично? Ну что за конструкты тупорылые, блин? Ну в проекте так сделано, чтобы женщины стояли. За что ты просишь прощения? Что за идиотизм? Ты же когда сидишь на улице, на лавочке, женщины ходят, ты же не просишь прощения? Извините, женщины. А, вы идете гуляете? Ну, я просто попросил прощения, потому что неприлично.
в автобусе, на концерте. Какая разница? Это выбор человека. Создателям проекта необходимо было думать, почему женщины будут стоять. Или это мы делаем такую специальную зарисовочку, чтобы мужчина почувствовал себя виноватым и попросил прощения. Спасибо. Когда он сел, он извинился за то, что он сидит, а некоторые девушки стоят. Факт, что Димаш на это обратил внимание, я так сразу, знаешь, такой чек. Блять, вот еще раз, какие тупорылые мысли, вот просто пиздец. Вот еще раз вдумайтесь. Фактически, и тот сидел при женщинах стоящих, и этот сидит при женщинах стоящих. Тот это обозначил, а этот не обозначил. Он пиздец другой. Это нормально? Вот скажите, в каком мире нужно жить? И поэтому женщины страдают, они словам верят. Насыпали в уши, ты прекрасная, ты хорошая, трахается с другой, все нормально. Какие вы конструкции в голове вы содержите? Причинно-следственные связи, малограмотные, алло, Сечин, а мы не хотим, а мы не будем. Думайте головой, пожалуйста, думайте головой, ничего не поменяется, если кто-то скажет об этом, либо не скажет. Человек приходит, выливает вам помои на голову. Один молча, второй говорит, извините, пожалуйста. Он такой воспитанный человек, он когда меня выливает помои на голову, он извиняется. О боже, какой приятный малый. Всю жизнь его вернитесь в реальный мир. В реальность верните. Разбор мой посмотрите, холостячки. Все красивые сегодня, я просто даже теряются слова. Я думаю, кстати... Наконец-то мы почувствовали, что с мужчина, спасибо. Сказал, что мы все красавицы, что я думаю, очень было очень важно. Вдумайтесь еще раз. Что почувствовать себя красивой, это нужно внутри себя содержать. О боже, спасибо большое, это такая цель. Ой, бля. Странно, назвала холостяка, а как вообще? Видите, как тяжело. Представляете, у мужчин 20 женщин, а у женщин 2 холостяка, и уже непонятно. Эррор. В профессии я инвестор. То есть я бизнесмен-инвестор. Он располагает к себе. Он как только... Как только он сказал, что у него бизнес-инвестор и миллион подписчиков в Инстаграме, он очень сильно к себе располагает. Это понятное дело. И коням хвосты крутить, это будьте здрасте. Кстати, к слову, свою диссертацию по психологии написал на тему психологии любви. Ты уже написал диссертацию? Понимаете, блядь, просто вопрос... Ты уже написал диссертацию. Диссертация пишется, милая моя, когда ты заканчиваешь вторую ступень бакалавриата, бакалавра, то есть магистратуру. И фактически ты можешь написать диссертацию в 21 год. В любой стране. Ну, 23. О, это так интересно. Я получил первые 2 диплома, когда мне было 22. Я в шоке. Сколько он образования успел получить? Ему 26 лет, он на год старше всего лишь меня. Я в шоке, что мужчина могут внутри себя содержать больше задач, больше многофункциональные, более центрированные, больше могут реализовываться. Чему удивляться? Почему ты сравниваешь себя вообще с ним? Ну, как, каким образом? Зачем это делать? Для чего? Зачем? Тут, ну, как... В шоке от чего? Видно, что он очень хорошо воспитан, образован. С ним приятно находиться. Ты чувствуешь себя с ним женщиной. А для девушки очень важно чувствовать себя женщиной с мужчиной. Бля, просто... Ну, блядь, ну... Я не... Уровень рассуждений. Вот обратите внимание на возрастной диапазон женщин. Обратите внимание. Там адекватные будут. Вот давайте обращать внимание на возраст и на рассуждение. За 30, давайте, за 27 можно считать релевантный показатель адекватности. Все, кто будет меньше 27, надо запрещать разговаривать, потому что все их выводы будут... примитивнейшие, просто, ну, блядь, сейчас Андрей запрещает разговаривать, сейчас фемки насыпят. Похуй! Извиняюсь, я вас не вижу, я сяду здесь. Надеюсь, у меня тоже будет роза. Позиция личной ответственности. И эта самочка будет в топе, я уверен. То есть она либо останется, либо уйдет одна из последних. Если бы это было мое решение, то... прямо сейчас розу бы получила каждая из вас. Лицемерие, поганый, паскуда тварь. Ты что, родина тебе дала честность, родина тебе дала силу. Не хочу. Хочу лицемерить и обманывать баб. Ну, конечно, нет. Ну, конечно, всегда выбираешь лучшую. Это лицемерие, фарс. И это им будет нравиться. И они это будут хавать. И каждая самочка будет хавать подобное говно. Потому что они падки на эти вещи. Кажется, он очень много льстит. То есть он пытается быть для всех хорошим. Сколько лет? А? Сынки Баути, 28. Он льстит, пытается быть хорошим.
Яночка, целую твой мозг, 28 лет, пожила женщина жизнь. Что вообще я оставлю вас ненадолго. Зачем извиняться? Ты выбираешь, ну... Алло, не надо этого делать. Ты здесь рулишь. Куда ты, что ты делаешь? Зачем? Для чего? Я чувствовала. Почувствовала? Да. Сразу? Да. Я чувствую, когда меня хотят присунуть, и в целом это нормальное явление. Тоже. Каблуки. Ну, это о чем разговаривать? Это был город Алексеевка, но неважно, сейчас я живу в город Белгород. Меня зовут Софья Салманидина. 20 лет, ну все, типа, нет, ну не будет. То есть не будет, ну, с ней строить отношения. Ну, это адекватно, пойдет домой. В конце приятная девочка такая, у-тю-тю-тю, но пойдет домой. Мой папа ушел, когда я еще даже не родилась. Моей маме сказали, что у нее будет ребенок ДЦП, то есть я. Когда он об этом узнал, он ушел. Видите, набирает сборную солянку, максимально по эмоциям покачать вас, чтобы вы прониклись состраданием, трагикомедией. Блять, у каждого человека почти, есть в жизни какая-то жопа, которая с ним случалась. И у каждого есть та история, которая будет пробивать на слезу. Ну и, конечно, это будет хаваться. Женщины здесь, естественно, от самых топовых самок до обычных. И это тоже нормально будет продавать, потому что рейтинги нужны. Нельзя набрать всех крутых, потому что как Галечке с какого-нибудь Мухосранска не увидеть себя какой-нибудь Софьи или как там Юлия, не помню, как зовут там, это такая простушечка маленькая. Вот, он бросил маму. Вдумайтесь, это настолько частое явление, а здесь он бросил маму, мы такие. Андрей не обесценивает чувств, никто не обесценит, перечисляю сухие факты. 60% мужчин уходят от женщин. Почему уходят, вопрос, но это факт. Но у меня есть причина, я 7 месяцев назад осталась с парнем, и у меня вот началась новая жизнь. Прошло время, я поняла, что я могу опять испытать это чувство. Видите, мы как бы немножко похуй, даже это невербальная такая. Да вот, возьмите сейчас, натяните улыбку влево, вот сюда вот, да, как он сделал сейчас. Вот это вот, видите, складывается в левую часть. Сделайте такую сейчас мимику в левую часть. И это легкое презрение к людям. Мы испытываем такое состояние на нашем лице, когда испытываем легкое презрение к людям. На правую часть презрение к убеждениям этих людей. А теперь делайте выводы сами, мои уважаемые мои. Презрение, натянутое и прикрытое улыбочкой нашей миленькой. Вот такая вот история, Димаш. Лицемерие на глаза, но мы этого, конечно, не увидим. Но смотрите мои разборы, уважаемые, все станет явным. Я могу любить, я умею. И поэтому я подумаю, почему нет. Я могу любить, я умею. Мне 20 лет, я, скорее всего, не знаю, что это такое. Мой мозг еще не сформирован, ему еще 5 лет формироваться. Я не до конца понимаю еще себя, я еще не понимаю, что я хочу. Потому что я оказалась здесь, а не учусь, и что-то там еще. Но я любить умею. Это как Димаш в стиле про «я тоже любить умею», «я мужественный», «я сильный», «я классный». Когда это внутри есть, это не озвучивается. А ты способен еще раз испытать это чувство? Дверь? Нет, я сюда пришел просто потрахать вас, а в целом, конечно, нет. Какой еще можно ответ ожидать на такую фразу? Ну, боже, блин, в реальный мир вернитесь. Диалоги уровня просто не знаю, блядь. Ну, дом 2. Дом... А, так это и есть дом 2, ремейк просто. Что любовь не одна на всю жизнь. Да, я... Смотрите, опускаем взгляд вниз, и что мы при этом испытываем? Как, когда мы смотрим вниз, вспоминаем, да? Если мы смотрим вправо и вверх, мы вспоминаем, влево-вверх мы придумываем, влево-вниз мы хотим, даже влево-вниз мы такие типа, блядь, разочарование, пренебрежение, дискомфорт. Типа, да, блядь, что ты несешь, родная моя? Наблюдайте за своим невербальным поведением, и очень-очень-очень будет интересно вам себя открывать. Ему вообще она неинтересна с точки зрения любви потрахаться. И реально такой разговор легкий был. У меня такое чувство, что я его знаю 100 лет. Блять, ну это такой шаблон. Ну, кто из вас, уважаемые зрители, смотрящие разбор, этого не чувствовал? Мы такие избранные друг для друга. Улыбка, когда ты улыбаешься, мне тоже хочется улыбаться. Вот это ему улыбочка такая. Да, улыбочка такая неестественная, натянутая, сжатая. Как мозг наш готов, готов... Что сделать? Притянуть выдуманное, выдать желаемое за действительное. Желаемое, там нету естественности. Человек, когда улыбается, улыбается всем лицом, а не ртом. Они... Ну, вот видите, как она улыбается. Носогубка, складки, морщины, подбородок. И вот энергетика у тебя такая, как человек. Такая энергетика, что хочется немножко, чтобы ты вошел уже в меня. Вот. Когда женщина такие вещи говорит, она говорит, я готова с тобой потрахаться. Все.
Я готова с тобой потрахаться. Мне нравится, когда люди очень прямые, открытые, говорят, как есть. Не такой, как я. Я, наверное, такой человек. Я, наверное, такой человек. Наверное, Димаш, ты прав, наверное, такой человек. А сейчас вертолеты было видно, типа, всю Мексику? Да не, ничего не было видно. Это же вертолет всего лишь. В общем, мы тут будем вдвоем. Круто. Сегодня был мой день. Все было идеально. Я полетал, я посмотрел, я... Я идеален, бля, я идеален. А оказалось, нет. Начинаются оленьи бои, видите? Создатели решили адаптировать и мужское, где воспевалось мужское, где один мужчина выбирает себе женщину, как всегда и было, и сделали и здесь оленьи и бои. Ну, что и сказать, так и бывает в этой жизни. Боже, тебе было так тяжело с 21 красивой девушкой. Должна сказать, вот тут я пережестила, потому что мы ему, конечно, прохода не даем. Потому что он вам позволяет это делать, ну, это тоже идиотизм. Женщина – это газ. Сколько пространства и дашь, столько она и заполнит. Все. Я, наверное, окей, я пешил, я разнервничался. Нормально, одобряю. Нормально признавай то, что происходит, блядь. Лайк. Я сначала произвела впечатление, то Яна это высокая девчонка, брюнетка. И посередине сидела Юля. Юля это тоже высокая девчонка. Вангую, Яна, Юля будут в топе. Он будет ломаться между ними. Ты не узнал или нет? Нет. Нет? Реально? Ну, чуть-чуть другая, да? Видишь, я чуть-чуть изменилась. Да, нет. Видите, вместо того, чтобы признать тот факт, что тебя не признали, тебя не увидели, тебя не узнали, человек боится, чуть другая, изменилась. Это неловкое движение, избыточное движение, чтобы скинуть напряжение. Ты разговариваешь с человеком, ты face-to-face ставишь бокал. Для чего? Он еще у тебя полный, чтобы скинуть напряжение. Признайся честно и скажи, что происходит. Нет, не буду, мне страшно, тяжело. Слушай, ты отреагировал очень хорошо. Я вот иду рядом с ним. Еще раз, видите? Каждый видит то, что хочет видеть. И очень сильно это зависит от того, как человек инкорпорирован. Еще раз, если женщина считала вас как сильного мужчину, вы хоть обдрочитесь там перед ней, хоть косьми ляжьте, до какого-то момента она будет вас считывать сильным мужчиной. Почему так? Потому что надо иметь возможность обосраться в жизни. И это у нас психика так устроена. Женщина имеет в себе это и содержит в себе это. Я чувствую, насколько у человека есть мужской стержень. Блять, у Александра, ну ладно, я промолчу здесь. Делайте выводы сами. Сашей, да, поговорили мы, ну, буквально мы вот так вот просто, чтобы познакомиться, чтобы узнать. И у вас рады вкусные девушки? Я не знаю, мы об этом не говорили, мы просто буквально. Видите, как она себя ведет? Это приятно, комфортно, круто. Заискивает так. Ну, это круто. Мне такое нравится. Русские, скажем так, познакомились, пообщались, интересно. Узнали, да. Интересно, кстати, у кого какие вкусы, но я думаю, то, что мы поймем по... Да. Димашу очень некомфортно, очень неудобно, потому что женщина горячая, женщина включенная, женщина заинтересованная, только вот сексуальный именно контекст, ее невербальная составляющая, руки спереди, она открыта, ей комфортно, легко, она вот... И Димаш чувствует это, и ее напряжение есть. Слушай, они, кстати, прикольно смотрятся вместе. Спасибо. Ты дура. Понимаете? Вот и все. Вот и все. Какая реакция? Подруга, здесь 20 женщин. Ты ж на что реагируешь? Ты далеко не самый тот. Ты дура. Самооценка у Софьюшки, конечно, до свидания. И психотерапия всех примет. И любую девочку водила, сразу такая, в смысле? И все, я ревновала. Понимаете, мозгов... Как у кого? У канарейки. Обижаться, не обижаться, это факт. Я умею любить, а любовь для меня ревность и страдания. Поэтому я пришла на... Идти, вот, блядь, ну, я уверен, если загуглить всех холостяков и историю их взаимоотношений, ни один не остался в долгих отношениях после проекта. Искать под камерами любовь. Вы нормальные люди, блядь. Вы в каком мире живете? Почему ты захотел попасть на этот проект? У меня были очень тяжелые... Светануть лицом, получить медийность и нормально пожить. Я буду доверять человеку, понимать, что да, хочу с ним создать семью. Хоть сейчас. Возможно, я встречу любовь с ним на проект. Слишком много штукатурки, сиськи сделанные. Видно, что здесь у нас с кожей вопросы имеют. Ну, так приятная девочка, губы сделаны, верхняя точно накачана, нижняя тоже. Ну, самооценочка, вопросы имеются, конечно, тут надо работать. И то есть ты только недавно осознала то, что ты их полностью отпустила? Да, я отпустила сразу, просто состояние эмоциональное было очень... А состояние эмоциональное почему? Потому что мы отпустили... Ну, ладно, люди пребывают в иллюзиях и имеют на это право. Поэтому теперь вы делаете выбор, подходите ко мне или к Димашу. Ты больше никогда не будешь делать выбор? Буду. Нормальный стил. Это взрослая самочка говорит. Да, то есть, ну вот посмотрите на их поведение, ну, блядь, ну... Ну вы здесь рулите, бля, у вас 21 женщина, любую верти-крути. Нет, хочу заниматься псиной работой. Ты подчеркнул, что я первая блондинка, ага. Но... Да.
Блондинки тебя вчера как-то не привлекали. Это правильно. Видите, адекватно, адекватно ведет себя, адекватно говорит, честно об этом заявляет. И мне хочется природы. Не знаю, я умею дать козу. Это кто тянул? Бабушка. Она приземленная. Наверное, вот это слово я скажу. Вот. Адекватно, да, это реально адекватная девочка. Но нет, я выберу ту обезьянью историю, которая будет мне мозги делать. Вот что будет выбор у него. Тогда улыбаешься очень идет. Давай я буду больше задавать глупых вопросов, а ты будешь. Они не глупые. Они глупые для меня, потому что я себя глупым считаю, потому что я себя таковым считаю, потому что моя самооценка низкая, так сильно свистит и в таком дискомфорте находится, что я вынужден назвать и пошутить как бы сам себя, чтобы скинуть напряжение и якобы показать, я могу сам себя иронизировать. Ясен хрен, на каблуках тяжело стоять. Вообще это убивает все святое. Женщины, перестаньте заниматься херней, блядь. Нельзя эту обувь носить, это игрушка дьявола. Я скажу, давай обуемся и пойдем там. А то там дресс-код, без каблуков не пускают. Угу, стой, подними ногу. Подними, подними, подними. Куколдистан. Блядь. Сейчас. Это забота, он такой внимательный. Знаете, когда это закончится? Через 2 месяца. Невозможно всегда обувать обувь. Но в начале отношений на это запомнит и всегда будет предъявлять ему претензию. Я натряхнул мне ноги и надел мне туфельки. Это было очень мило. Блять, просто пиздец. Не удивлюсь, если она будет Димашу потом испытывать симпатию и скажет, иди вон. Очень был красивый такой мужественный поступок. Это мужественный поступок. Это настоящий поступок мужчины. А думать головой, когда ты снимала свои каблуки... А думать головой, когда делала такое платье. Ну, типа, вот в этом во многом делать выводы сами. Хотя хорошо получается. Да, вот на это мужская реализация, одевать женщине на ноги сандали. Саша как-то так, мне кажется, чуть припрыжку. Вот! Она считала Кокулдистаном его оленем и будет дрочить на Димаша. Я соскучилась очень по дочке, просто. Сейчас уж 3-й месяц, как я ее не вижу. Ты что это ехала сюда, объясни мне, психолог? Зачем ты едешь туда, когда ты понимаешь, что у тебя дочери, видимо, очень мало лет. Ей нужна мама обязательно. Меня удивил выбор Леры. Правда. Тем более, это моя как бы подруга. Сиськи хорошие. И челюсть такая волевая. Подбородок такой хороший. Будет продавливать, будет давить. Эта самочка будет за свое бодаться. Куколдистан! Блять! Кто там... На меня языки свои загибал. Кто там в мыслях сказал, что я себя веду как-то неправильно, когда оскорбляю Александра, говорю, что он олень и кукол. И ноги вытирает. Блять, вот и все. Вот и все ваше ухаживание.